Снимаем, продолжаю снимать миксер хаммеровский. Вот в таком кейсе он поставляется. Я говорил в прошлом видео, что у него есть кейс. Вот, собственно, этот кейс, он впитывает много пыли, потому что пористый такой материал. И вот я как не мыл, не получается отмыть это все. Вот. Такие вот защелки металлические. Ну, в общем, что рассказывать про кейс? Кейс как кейс, достаточно сделан простенько, и, собственно, ломаться здесь нечему. Вот так здесь укомплектовано все. Вот две составные венчика, ключи, вот здесь два ключа в комплекте шло, и сам миксер, собственно, больше тут ничего и нет. Ну, то есть вот так вот, то, что все это вместе, это хорошо. Ну да, и щетки еще там шли, я уже использовал их тоже в комплекте. Вот. Поставим оценки этому миксеру, чтобы можно было понять, нужен он в работе или не нужен, нужно, вернее, его покупать или нет, не нужно его покупать. Потому что однозначно можно сказать, что в работе он нужен. Это вообще однозначно, я могу сказать. Тот, кто работает со смесями, даже просто с плиточным клеем, замешивает там даже пол ведра, там 10-15 литров, да, там даже 8 литров, то однозначно нужно пользоваться миксером, потому что ну, даже дрель там или мощная дрель с венчиком с маленьким просто не промешивает, вот и все. Все остальные причины, это уже дальше, то есть увеличивает скорость замеса, там, объем можно увеличить, это уже другой вопрос. Главное то, что он хорошо промешивает, да, лучше, по крайней мере, чем это вы делаете дрелью. Это однозначно, поэтому для работы он 100% нужен. А вот нужно ли покупать эту модель, давайте я поставлю просто некоторые оценки, и вы уже сами разберетесь. То есть по качеству сборки можно поставить троечку, потому что в принципе претензий особых к качеству сборки нет, а вот к материалам я нашел бы претензии. То есть собрано неплохо, а вот из чего возникает вопрос, потому что ну, видно, что и пластик, и резина, и металл невысокого уровня. Ну понятно, что и ценовой диапазон этого инструмента невысок. Поэтому требовать от него каких-то там сверхвозможностей не стоит. И качество сборки троечка, так уверенная троечка. Ну, собственно, вот такую оценку он и заслуживает. Удобство в работе, я думаю, можно поставить четверку. Помимо мелочей всяких, со своей основной задачей он справляется. Регулировка оборотов позволяет не разбрызгивать там, где нужно. И он неплох в этом. Вот. И комплектация тоже, за счет того, что он с кейсом, тоже можно поставить четверку уверенно. То есть, обратите внимание, ну на самом деле инструмент получается, что достаточно высокой оценки заслуживает. Хотя это не какой-то там великий бренд, вот, но оценка достаточно высокая, потому что просто он удобен. И ну, сложно сделать такой инструмент неудобным. Собственно, поэтому он справляется со своей задачей, и тех денег, которые он стоит, он уже давным-давно окупил на первом же объекте. Все, всем спасибо за внимание. Пока.